маминый привет. Знаете, что вам расскажу? Для меня есть один звук, который за мгновение такой прилив позитивных эмоций мне дает с самого утра. Это работает именно тогда, когда я еще спросонья слышу щебетание птичек в любое время года. Я готова вскочить мгновенно, бодро, вперед по делам. И я чувствую, что моя батарейка заполнена по полной. И, кстати, у нас в саду есть столик, куда мы обычно приносим еду, чтобы подкормить птичек, чтобы чаще слышать щебетащие звуки природы. И недавно, случайно на глаза, мне попалась идея кормушек для птичек. Она показалась мне интересной и оригинальной. Конечно же, можно просто корм насыпать. Но когда кормушка для птиц еще и эстетически радует взгляд, это вносит определенную нотку. Поэтому предлагаю протестировать, повторив рецепт, и оценить результат. Для зимнего угощения для птиц потребуется стакан корма для птиц, стакан воды комнатной температуры, 5-10 грамм желатина или агар-агаром 2 грамма. Это наш скрепляющий компонент. Еще потребуются формочки пекарские, силиконовые, да либо просто крышка от банки подойдет. Фантазируйте и выбирайте то, что вам больше нравится. Можно взять трубочки для напитков, при помощи которых проделаем отверстие, чтобы продеть бечевку, ленту, нить, для того, чтобы закрепить кормушку на ветках дерева, например. Нам потребуется лист пергаментной бумаги, либо пищевой силиконовый коврик, чтобы укрыть стол в процессе создания печенья для птиц. Теперь 5-10 грамм желатина добавляем в емкость, которую можно поставить на плиту или на водяную баню. Чем больше желатина добавляете, тем плотнее получаются кормушки. Но увлекаться не стоит, чтобы птичкам было комфортно извлекать зерна из общей массы. Желатин заливаем водой и оставляем для набухания на время, указанное на упаковке. Затем ставим емкость на огонь и постоянно помешиваем, даем желатину полностью раствориться, не доводя до кипения, иначе желатин не схватится. Следующим этапом добавляем к желатину птичий корм. И если консистенция получается достаточно жидкой, подсыпаем по чуть-чуть крупу, как только она станет крутой консистенции, пригодной для лепки. В общей сложности мне потребовалось 350 грамм корма для птиц. На лист пергаментной бумаги, либо пищевого силиконового коврика выкладываем формочки и небольшой ложечкой заполняем емкости, слегка прижимая смесь до нужного объема. Чтобы сделать отверстие в получившейся формочке, разделяем на небольшие части трубочку для напитков и размещаем в нужной части. И теперь есть два варианта. Можем высушить лакомство для птичек при комнатной температуре в течение 24 часов, либо положить формочки в холодильник на полчаса, чтобы желатин схватился.
только кормушки будут готовы, проденем в отверстие бечевку и можно идти их размещать. Старайтесь вешать кормушки так, чтобы птичкам было удобнее до них добраться, а кормушка висела стабильно. Оцените результат. Немного семечек и крупы, потраченного времени, и ваша помощь пернатым в зимний период обеспечена. Эти калорийные кормушки в форме птичек, домиков, елочек станут украшением и для сада, который в зимний период выглядит пустым. И пусть он будет наполнен сытым и веселым щебетанием синичек, снегирей, воробьев и всех тех, кто заглянет к вам в гости.